Динара Жаналина – девушка с непростым характером. Коллеги знают ее как бескомпромиссного профессионала. Друзья называют сестрой всех народов, но стоит заглянуть в глаза, понимаешь, душевность и оптимистичность – самое главное и настоящее в ней. Уважаемые телезрители, сейчас вы наблюдаете за действием известного корреспондента, чьи статьи публикуются в газете «Эврика». Это Динара Жаналина, и она в процессе приготовления национального блюда, то есть национальные детали праздничного дастархана в праздник Наурыз. Динара, с наступающим праздником вас! Я хочу поздравить всех актюбинцев с наступающим Новым годом, пожелать всего-всего-всего самого светлого, самого хорошего и самого доброго. Пусть те невзгоды, какие-то печали и трудности останутся в году уходящем, а будущий год сулит только все самое-самое лучшее. Пусть мечты сбываются, загадывайте обязательно в новогоднюю ночь свои самые-самые заветные желания. Актюбинская газета «Эврика» в этом году отмечает свое 20-летие. В связи с этим на протяжении всего года можно принять активное участие в различных интересных конкурсах. К слову, подобные креативные идеи редакции немало, ведь за ними стоят чуткие и затейливые корреспонденты. Наши специалисты, наши журналисты, они все ядны. То есть, если один пишет только с Акиманта вести, еще что-то нет. Один тот же журналист может сегодня написать отчет Акима, а завтра пойти какую-то жизненную историю рассказать, а послезавтра просто нарядиться в Снегурочку и ездить поздравлять актюбинцев с Новым годом. Динара пишет статьи уже более 3 лет. Говорит, что для нее принципиально помочь всем оказавшимся в трудной ситуации. Ведь девиз ее натуры – жизненный сюжет со счастливым концом.